Дорогие друзья, здравствуйте! Хотела с вами поделиться, не знаю, грустная это новость или не новостью даже, а я хотела поделиться видеороликом. Сегодня утром проснулась, мне дочь прислала видеоролик на WhatsApp. Я его сама раз пять посмотрела, мужу показала, маме показала. Муж, как всегда, последний все увидел. Да, поплакала уже несколько раз. Дочь скучает сильно, болеет, заболела сейчас, поддержка ей нужна. Ну, наша, ну, возможно, и ваша, она же тоже смотрит, за нас радуется. Ну, думаю, надо же поделиться с вами тем, что вот дочь такое видео прислала. Может, комментарии какие-нибудь напишите, поддержите, может, сами что скажете. Это к тому, что многие подписчики у нас спрашивают, где наша дочь, почему ее давно не видно, как там наш Алекс. Вот заболели с Алексом они сейчас. Обычно в это время я уже собиралась к ним, у меня уже были билеты. 3 раза я к ним ездила. И у нее был настрой такой боевущий. А я ни разу не ездила. Вот так. Вот. И поэтому, ну, как-то она держалась, а сейчас она совсем расклеилась. В этом году я не еду, не получается никак. Муж меня не пускает. Не надо, ля-ля. Я по шутке всем говорю, меня все спрашивают, о, а что ты тут делаешь? Я говорю, а что я тут делаю? А что ты в Америку не ешь? Я говорю, да меня муж не пускает. Всем рассказываю. Ну что ж, друзья, я вот поделилась с вами своим видео. Своим роликом, видеороликом. А вы уж сами решайте, как поддержать нас, какими словами нас поддержать, помочь мне поддержать дочь, вернее. Ну что, всем пока, всех вас люблю, обожаю, целую. Доченька, привет, Алекс, привет, пока-пока. Смотрите видео. You say hi to Baba? Hi, Papa. How about деда? Hey, деда. Скажи, как у вас дела? Как дела? Послушай мне, как? Как? У вас? У вас? У? Вас? Ус? Вас? Вас? Дела? Дела. Скажи, у меня? У меня? Хорошо. Хорошо. Молодец. Что ты кушаешь? What are you eating? Что ты кушаешь? French fries. Тебе нравится hamburger and french fries? Скажи мне. Нравится? Нравится? Hamburger? Hamburger french fries. And french fries. Молодец, Алекс. Что ты, what do you want to say to Baba? Что ты хочешь сказать Бабе? French fries. No, apart from that, do you want to say anything to her? No. Do you miss her? Yeah, I miss her. Скажи, я? Yeah. Скучаю. Скучаю. По тебе. По тебе. Молодец, сынок. Скажи, мама? Мама? Тоже? Тоже. Скучает по тебе? Скучает, мама. По тебе. Да, мама болеет. Мне прописали таблетки. У меня температура была 102 по Фаренгейту. Что-то 39, наверное. Не знаю. Ну вот. Такие пироги, такие гамбургеры и френч фрайс. Ты, Алекс, ты такой красивый. Скажи, ага. Can you say, ага? Скажи. Ага. Молодец. Спасибо.